Всем привет! Сегодня вечер у нас уже, 2 ноября. На улице у нас -2. Посмотрите, сколько мусора у нас из подвала вытащили. Меняли канализацию, отопление, воду. Там такая же куча была, уже самосвал увез, и вот вторая куча такая. Вот. Хочу показать вам башмаки Димины. Купила, которые я за 2700. Смотрите, там какой мех. Это детская фирма «Сказка». Ну вот, купила ему короткие, потому что высокие там были. Был только 34 размер. Ему маловато. Вот купил 35-й. Эти коротенькие. Вот сейчас пошел мусор выносить и уже залез в сугроб и набрал немножко. Вот здесь вот сейчас пока сушу возле батарейки. Так вот, сумки мои собираю. Там у меня постель, компьютер, здесь продукты, там бытовое. Вот. И сейчас вам покажу, что в ванной, как у нас дела обстоят. Сейчас более-менее вот притерла полы. Вчера пришла я после... с Луком сидела, вечером пришла домой, была в шоке. Воды нету. Здесь болгаркой работали. Тут пылище, грязище. И воды нету. И вот там я 5-литровка у меня была, я по чуть-чуть... Нифига себе. А, это еще, наверное, не прицеплено. Думаю, что ж так. Ага, не прицеплено. Вот. Трубы как приварили мне. А это сверху труба туда уходит, потому что вот эту вот длинненькую больно сделали, ее бы покороче, и тогда вот это бы встало на место. Это, вот эта вот перекладинка вот длинная, туда труба ушла, и вот сюда наискосек идет все. Но это теперь до следующего года. Это я дело так не оставлю, надо будет менять. Вот, ну вот так вот выглядит. Здесь тоже вот не совсем ровно. Ну, как-то доборами будем выходить из положения, чтобы обналичку поставить на дверь. Вот так вот это выглядит. Скоро мы уже через часок-полтора тронемся, поедем в Самару. Вот так вот у меня все остается. Я надеюсь, все-таки взять, пока меня не будет, водичку мне с канализацией заменит. Чтобы я уж приехала, когда здесь хоть вон стояла. Так, ну вот так вот как-то. Завтра придет Александр, швы затрет. На полу и на стену. А мы сегодня с Димасиком сходили в больничку, взяли направление. Сейчас вот я тут притерла полы. Тут вот. Как могла, короче, прибираюсь немножко, потому что такой бардак, но все равно не разгребешь. Там он у меня вон сынок сидит, мультики смотрит. Вот. Сейчас буду включать мозги. Вспоминать, что не положила еще. Так, время 6:10. Дочка у меня работает до 6. И вот подъедут за нами, и мы поедем. Уже, наверное, буду снимать теперь из Самары. Со съемной квартиры.